Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Новосадовой и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай. А в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннелепроходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции Алабинская, а другой в обратном направлении к станции «Театральная». Специалисты занимаются также вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Напомню, на прошлой неделе к участку доставили шпалы. Параллельно подрядчик вел подготовку рельсов, которые для укладки на повороте требовалось изогнуть под нужный радиус. В настоящее время ведется устройство балластного слоя в локации, где разместятся трамвайные пути. Обращать внимание на новую разметку временного пешеходного перехода нужно у перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки самарского метро пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество – после ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. У людей, живущих в удаленных районах на Безымянке, будет возможность посетить наши культурные учреждения, которых очень много в центре города. Это и оперный театр, и драмтеатр, это наша замечательная красавица набережная, это наш музейный квартал, очень много музеев в центре города. И, конечно, модельная библиотека, библиотека народов Поволжья на Ленинградской 7 теперь замечательная расположена. Поэтому я только рада за то, что у нас так вот развивается вот эта линия метро. И она очень выгодна и правильно, в правильном месте будет расположена.